Всем привет! Сейчас я расскажу, как вырастить хвойный из семян. Итак, друзья, собираем семена. Лучшее время для сбора – конец зимы, начало весны. За зиму семена проходят природную стратификацию, и их можно сразу высаживать. Извлекаем семена из шишек. Готовим почву для посадки. В две части торфа добавляем одну часть песка. Берем емкость для посадки. Это могут быть кассеты для рассады, лоточки с высоким бортиком или же обычные ящики. В емкость засыпаем почву, слегка притрамбовываем. Раскладываем наши семена, присыпаем небольшим слоем почвы. Из пульверизатора опрыскиваем наши посевы. Опрыскиваем водой с добавлением триходермина или же фитоспорина. Емкость накрываем, ставим в теплое место. Почва должна быть всегда влажной, не пересушивайте посадки. Когда появятся всходы, обычно этот период занимает от месяца до двух, ставим в хорошо осветленное место без прямых солнечных лучей.